Поскольку мы ее редко очень исполняем, я подумал, почему бы сегодня, в день Йоля, когда самая темная и страшная ночь, не спеть «Огни Самайна». Про Йоль у нас нет песен, вообще ни одной. Но у нас есть песня с необычным названием «Ночь повернула на день». Это может прийти только во сне такое или в полусонном состоянии. Мы были на гастролях по Уралу, и нам надо было улетать из Уфы в 4 утра. И сидя в аэропорту, это был 2011 год, когда вулкан Эйяфьят Лаю Кюдль за Эйяфьят Лаю Кюдлил всю Европу и всю Западную Россию. И мы не были уверены, улетим ли мы куда-нибудь или останемся в Уфе навсегда, что, в общем-то, неплохо. Вот. В общем, это было неуверенное очень время. Путешествия были осложнены, никто никуда не летал, все сидели по домам, все боялись этого вулкана. Чем-то это похоже на этот год. Но мы пережили 2011-й. Мы переживем и 2020-й, тем более осталось несколько дней. Это может быть свет, а может быть сон. Старая сказка с новым концом. Незнакомое лицо, перелет на тень. Ночь повернула на день. Ночь повернула на день. И может быть в Стокгольм, а уедешь в Тюмень. Ночь повернула на день. Ночь повернула на день. И мог бы быть шаг сделан вперед. Может, да так, но кто разберет? Прибалтийская соль, петербургская лень. Домой под любимой рукой облетает сирень. Ночь повернула на день. Ночь повернула на день. Ночь повернула на день. Ночь повернула на день. Здесь должно быть соло на трубе. Его не будет. Летит самолет и машет хвостом, пробирается рассвет сквозь кромешную тень.